В Горках Ленинских состоялись публичные слушания по проекту строительства в деревне Сапроново, застройщиком которого выступает общество с ограниченной ответственностью «Брусника». Оповещение о проведении слушаний было размещено заблаговременно. Материалы проекта опубликованы на страницах районной газеты и на сайте администрации. Вел заседание первый заместитель главы администрации Ленинского района Дмитрий Волков, который попенял, что руководство городского поселения Горки Ленинские выделило такое маленькое помещение. Желающих принять участие в слушаниях оказалось намного больше, чем могло вместить предоставленное помещение. И хотя мероприятие наглядно напоминало проезд в пассажирском транспорте в час пик, все вели себя корректно и задавали вопросы по существу. Особо актуальным стал вопрос водоотведения. «Брусника» состоит в рабочей группе со всеми застройщиками, которые прорабатывают возможность строительства единой централизованной сети и слияния ее с сетью Мосводоканала. Районная администрация уточнила, что все технические и финансовые обязательства по центральному канализованию будут отражены в дополнительных соглашениях к инвест-контракту. Был задан вопрос о долгожданном строительстве выезда на трассу М4 Дон. Застройщик занимается софинансированием этого проекта. А также жители внесли предложение о синхронизации ввода жилья с появлением общественного транспорта и попросили ускорить сроки строительства обязательных соцобъектов. Я считаю, абсолютно правильные поставлены вопросы, замечания, предложения. Соответственно, комиссия их должна в любом случае отработать, отразить в протоколе, выдать заключение, соответственно, направить дела в архитектуру. Застройщик на рынке недвижимости более 13 лет, но компания впервые вошла в Московскую область. И своим проектом они обещают показать максимальное качество работ, которое понравится всем горожанам. Справятся ли они с этим заявлением, покажет время.